26 апреля – день чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В этот день все цивилизованное человечество вспоминает о трагедии 1986 года, а тех, кто, не жалея жизни и здоровья, встал на борьбу с радиационной стихией. Накануне памятной даты в Запорожье чествовали живых и вспоминали погибших ликвидаторов. Только по официальным данным, сразу после катастрофы погиб 31 человек, а 600 тысяч ликвидаторов, принимавших участие в тушении пожаров и расчистке, получили высокие дозы радиации. С каждым годом их ряды редеют. Сейчас в Запорожье проживают примерно 3500 чернобыльцев. Они считают, государство от них отвернулось. Закон о статусе чернобыльца был отменен постановлением Кабмина. А буквально на прошлой неделе новый законопроект, частично возвращающий льготы ликвидаторам, не нашел поддержки в Верховной Раде. Пенсии нам не платят, платят не по этому закону. Вот. Что касается положено по этому закону, где-то почти в 2,5 раза уменьшен размер пенсии. Вот. Медицинское обслуживание, оздоровление, все эти программы свернуты практически на уровне государства. Какие-то вопросы обладателям статуса чернобыльца удается решить на уровне города и области. В целом же в результате аварии на ЧАЭС радиоактивному облучению подверглись почти 8,5 миллионов жителей Беларуси, Украины и России.